Цена только сегодня. Главный товар дня по исключительно низкой цене. Специальное предложение только сегодняшнего дня. Набор кастрюль Фьоре, благодаря которому в вашей кухне будет обязательно всегда вкусно пахнуть и с настроением будете готовить. Именно этот набор кастрюль мы презентовали еще в 2018 году, но только был цвет черный с золотом. Вы знаете, мы получили столько положительных отзывов, то именно малиновый с золотом цвет мы добавили для того, чтобы на вашей кухне все самое вкусное было. Ну и, конечно, еда. Совершенно верно. Итальянский бренд помидоры с 10-летней историей. Ты знаешь, у них лозунги «качество и безопасность». Так. Много некоммерческих организаций итальянских предлагают именно и рекомендуют этот прекрасный бренд. Давай разбираться. Во-первых, это, Леночка, очень стильный дизайн. Так. Ты посмотри, насколько лаконично сделан принт. Фьоре называется набор посуды. А ты знаешь, как фьоре переводится? Цветок. Да, цветок. Посмотрите, насколько правильный принт. Стильный дизайн. Принт наносится при температуре 700 градусов. Не теряет своих свойств, не изменяет никакого цвета в течение 25 лет. Значит, это качество на века. Кроме того, пятислойное капсульное дно позволяет тебе готовить с настоящим эффектом томления. Плюс, конечно же, нержавеющая сталь из хрома и никеля. А значит, это безопасный материал, 25 лет гарантии, друзья мои. Ну и, конечно же, получается, вы легко приготовите любые кисло-сладкие блюда. Кстати, кроме того, даже можно оставлять борщ вплоть до недели, и он абсолютно никогда не закиснет и не забродит. Давай посмотрим, какое у нас получилось качество. Смотри, какое сочное мясо. Мягкое, боже мой, какой аромат. Слушай, оно там все у нас проварилось, прожарилось. Оно, да? Знаешь, как вот я готовил с эффектом природного томления. Что такое природное томление? Это когда ты готовишь обыкновенно, например, в горшочках. Но горшочки ты используешь, например, в духовке. А здесь ты можешь с этим же эффектом томления прямо готовить на плите. Слушайте, посмотрите. Внимание на экран. Давай сейчас просто расскажем. Что такое эффект природного томления, друзья мои? Когда, во-первых, равномерно распределяется тепло, изготавливаются эти посуды из нержавеющей стали. Очень просто, под большим давлением, выдавливается таким прессом. Кстати, очень толщина впечатляет. А значит, прослужит эта посуда в несколько раз дольше, чем ваша обычно. Кстати, наша посуда не имеет ни единого шва, а значит, прохудиться со временем абсолютно не может. Плюс пятислойное капсульное дно, еще раз напоминаю, эффект природного настоящего Итак, томления. Дорогие мои, высочайшее качество. Набор посуды Фьоре сегодня для вас. Два варианта дизайна. Малиновый с золотом, черный с золотом. 7 предметов и разнообразные литражи. Здесь и 6 литров. У нас представлена кастрюля со стеклянной крышкой. У нас 3,2 литра. Далее 1,5 литра. И самое главное, что вы получаете сегодня 7 предметов. Итак, внимание. Во время предмого эфира вы получаете скидку 2100 рублей и 8, внимание, предметов специально для вас от итальянского бренда помидоры. Ну и главное, мои дорогие, только представьте, как приятно будет смотреть в вашей кухне на самую вкусную еду, приготовленную именно этим набором кастрюли. Только сегодня с бесплатной доставкой, внимание, со скидкой в 2100 рублей вы получаете эту красоту, вообще просто итальянское производство. Ты знаешь, я что хочу сказать? Да. Вот я на кухне, когда готовлю, я понимаю, что у меня еда даже вкуснее получается именно в такой красивой посуде. Совершенно верно. Потому что прежде всего мы воспринимаем еду глазами. Да. И очень важно иметь правильную посуду. Смотрите, многофункциональный набор, красивый стильный дизайн, который легко помещается на стандартную плиту 60 на 60, а значит, вам не придется двигать эти кастрюли. Теперь давайте посмотрим. Посмотрите, насколько нанесен красивый принт. Стильный дизайн. Температура 700 градусов. Угу. Абсолютно стойкий, долговечный. Слушай, а вот, кстати, вот эта красота, она не сотрется из-за большой температуры, Мы вот решили провести тест прямо в прямом эфире. Смотрите, мы подготовили зажигалку. Предположим, наша посуда подходит для всех видов плит, но, предположим, попадает сюда газовая горелка или плита. Смотрите, друзья мои, я обжигаю вот такой вот прекрасный принт, и смотрите, с ним абсолютно ничего не происходит. Более того, даже нет никаких черных пятен.
А значит, ваша посуда, ой, горячая, а ваша посуда долго прослужит, и этот принт вас будет радовать в течение 25 лет. Вот как круто! Вот это да! Только представьте, вам будет приятно готовить, и главное, ничего с такой посудой не случится. А значит, она долговечна, вы практичная хозяйка, и хозяйка, у которой всегда, знаешь, что кипит, бурлит на кухне, и просто бегут свои родные и близкие. Слушай, так уже хочется попробовать. А действительно, для любого вида плит подходит? Абсолютно, для всех видов плит, включая даже индукцию. То есть, если вы обладатель газовой, так, электрической, индукционной, галогеновой плиты, вы смело можете заказывать эту прекрасную посуду, потому что здесь получается гарантированный результат. Ну что же, мои дорогие, гарантированный результат прямо для вас. Слушай, а я хотела спросить, вот я смотрю сейчас на мяско, оно изнутри у нас все пропеклось. Знаешь, иногда как бывает, ты готовишь, у тебя сверху все уже зажарилось, а внутри не доготавливается. Еще. Внимание на экран. Давайте сейчас расскажем нашим телезрителям, как у нас это получается. Пятислойное термоаккумулирующее капсульное дно. Оно гораздо прочнее и долговечнее. В отличие от обычной посуды, оно равномерно распределяет тепло. Первый лист у нас сделан из нержавейки. Следующий лист у нас сделан, внимание, из алюминия. Последовательно 5 слоев. Алюминий быстро нагревается, а нержавейка удерживает эту температуру, что позволяет тебе гораздо эффективнее работать с эффектом томления. Кстати, по секрету тебе скажу, ты знаешь, что пятислойное капсульное дно экономит еще электроэнергию. Вот они. Мы подготовили кастрюль. Смотрите, друзья мои, мы решили провести тест прямо, друзья мои, в прямом эфире. Так. Я хочу сейчас взвесить одну кастрюлю, которую мы взяли в магазине обычно. Она весит 248 грамм. А теперь смотрите, друзья мои, я снимаю и ставлю нашу кастрюлю. Она весит 768 грамм. То есть практически на 400 грамм больше. А значит, гораздо прослужит дольше и гораздо будет прочнее. Ну, кстати, да, она такая тяжеленькая, весистая, это значит, она практичная, прочная, это значит, в вашей жизни такая посуда будет служить вам, знаешь, как верой и правдой десятилетия. Внимание, с бесплатной доставкой набор кастрюль Фьори, итальянское качество, люкс-дизайн специально для вас, 8 предметов. Это новое качество на вашей кухне. Выбирайте прямо сейчас с бесплатной доставкой.